Ну, мне кажется, как раз в этом году они были более легкими, чем обычно. Ничего сложного не было. Находить выход в трудных ситуациях и находить позитив даже в тяжелых ситуациях. Номера мы все такие уже проходили, так что было ожидаемо. Ну, вообще я претендую хотя бы просто сдать. Сегодня, 4 июня, учащиеся в Молдове сдают первый экзамен на степень бакалавра по румынскому языку и литературе в русскоязычных школах. Мы посетили один из экзаменационных центров в Бельцах и пообщались с лицеистами. Мы узнали, как они оценивают сегодняшний экзамен и на какую оценку претендуют. Ну, лично для меня это был не самый сложный экзамен, потому что я прорешала достаточно много тестов по румынскому языку. И, в принципе, все задания базируются именно на фрагменте, который есть в тексте. Наверное, самым сложным заданием это было, где нужно было выделить идею текста. Потому что ты не знаешь, что конкретно будет оцениваться в бареме, потому что все три идеи, которые там представлены, они, в принципе, все подходят под главную идею. И нужно выделить самую главную для тебя. Как вы думаете, насколько вы справились с сегодняшним экзаменом и на какую оценку претендуете? Ну, вообще я претендую хотя бы просто сдать. Но я написала абсолютно все задания, я написала во все строки, то есть у меня даже не было особо каких-то прочерков. Но я думаю, на 7-8 претендую. Я считаю, что он прошел достаточно легко, все было несложно, все хорошо прошло. Ну, честно, ничего сложного не было. Справилась очень хорошо, все было нормально. Ну, хотелось бы восьмерочку, но, думаю, будет меньше. Ну, ничего. Не было не очень сложно. Ну, мне кажется, как раз в этом году они были более легкими, чем обычно. Понятный текст и простые диалоги. Тоже эссе по простой теме. А какая тема была у эссе? Там про человеческую доброту, по-моему, было. На какую оценку вы претендуете? На 7. Легко было. Думала тяжелее. А какое задание, может быть, все-таки показалось сложным? Эссе. Какая была тема сегодняшнего эссе? Находить выход в трудных ситуациях и находить позитив даже в тяжелых ситуациях. Видите, какая актуальная тема на экзамене. А на какую оценку вы претендуете? Дай бог, 6. Ну, на отличное. В принципе, подготовка была, не знаю, что можно сказать по-другому. Какое задание показалось вам наиболее сложным? Наверное, то, что было из литературы, там было описать героя, то, что у него прыгало сердце. А может быть, какое-то задание понравилось больше всего? Что это было? Сочинение. Это самое простое и самое любимое такое. На какую оценку вы рассчитываете? На 8. Волнительно, очень волнительно, но достаточно хорошо все прошло. Все очень ответственно. Так, как я ожидалась, все было достаточно понятно. Номера мы все такие уже проходили, так что было ожидаемо. Для меня всегда самое сложное диалог, потому что воображение у меня не очень сильно работает. На какую оценку вы претендуете? 7. Вот таким мнением поделились с нами учащиеся. Ну а вы пишите в комментариях, что вы думаете об экзамене по румынскому языку и литературе. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и читайте новости на espt.md.